на вот эту красавицу, которая у меня расцвела. Это Проминея. Первый цветочек раскрылся 10 мая. Вот этот цветочек раскрылся боковой 17 числа, 17 мая. Миленько очень смотрится. То будем засекать время, сколько она у меня продержится. Цветочек у Проминеи восковой. Когда цветочек только-только расцветает, он желто-салатовый. Потом он, конечно же, встает более желтым. Также я заметила одну интересную штуку, что Проминея пахнет в первой половине дня. Она имеет очень нежный аромат. Аромат пыльцы. Аромат, я бы даже сказала, одуванчика. Чем-то мне напоминает. Вот для меня было это открытие. Сорт этой Проминеи, я думала, что он не пахнет. Так что для меня это было приятным открытием. Значит, моя Проминея посажена в мох сфагнум полностью. Она стоит вот такой вот, сидит в корзинке черной, которая погружена еще в одну емкость прозрачную, без дырочек, и по бокам которой проложен уже кукушкин мох, или как он называется, кукушкин лен, кукушкин мох, который я собирала, из лесу принесла этот мох. Вот, он хорошо зеленеет, восстанавливается. Он у меня очень долго лежал, и при поливе он восстанавливается. Так это выглядит. Поливаю свою орхидею двумя методами. Я могу полностью залить водичкой. Вот так вот. То есть через эту емкость прозрачную очень хорошо видно. Я заливаю воду. Мох напитывается буквально за считанные минуты. И потом эту воду сливаю. Аккуратно придерживаю. Вот, и таким вот способом сливаю полностью водичку. Если тут на дне останется немножко, это ничего страшного. Вот. Также второй способ. Проливаю или с пульверизатора, или с бутылки по краю вот, горшочка. Такими точечными расстояниями это делаю, вот, аккуратно, чтобы не попасть на бутоны или цветы, потому что бутоны и цветы очень нежные, они реагируют и на воду, и на удобрение, могут даже попортиться. У меня был такой случай, что Проминея у меня была с бутонами,
Вот, и эти бутоны вот так вот прям свисали по краю горшка. И попала вода, видать, или с удобрением, или просто вода. И эти бутоны, они просто-напросто испортились. Они поржавели, как будто бы вот так вот, как поржавели. Вот, и они испортились, не расцвели ничего. Вот. Так что имейте эту информацию в виду. Да, когда я поливаю вот такими точечными расстояниями, водичка стекает. На дне горшочка образуется тоже немножко вот такая вот лужица, которая потом постепенно испаряется и постепенно впитывается в мох. И тоже орхидейка себя неплохо чувствует. То есть можно поливать и замачиванием полностью всего горшочка проливом. И вот такими вот, скажем, да, таким вот капельным методом. Цветочек просто потрясающий. У меня мама пришла, я говорю: мам, представляешь, это тоже орхидейка. Она говорит: о, похоже на нарциссик, такая миленькая. Я говорю: да, очень миленькая. И я ее поставила вот такой вот кашпо кокосовое. У меня этих кашпо много. Я их применяла как вазочки. У меня тут хранились ягодки, конфетки, орешки. И в один прекрасный момент мне взбрело в голову приспособить это для орхидеи. То есть или посадить, или использовать как кашпо вазочку. У меня есть и с дырочками. Вот много всяких вариантов. Так что я покажу, что я еще придумала. Вот. Так что эта орхидейка у меня стоит вот в такой как бы вазочке. На кухне это очень смотрится гармонично. Кто любит эко-стиль, у меня как раз все подходит. Как бы, да, в эко-стиле там у меня много дерева, много натурального дерева. Так что вот такое я себе придумала. Красотунья. Не пожалела. Я сначала сомневалась в этой орхидейке заводить, не заводить. Думаю, ну, она какая-то маленькая, непонятная. Для меня было в тот момент. Ну, теперь я не жалею, что завела такую орхидею. Очень миленько смотрится, очень. Если бы она еще долго цвела, вот, конечно, мы посмотрим, сколько она процветет, засечем время. Цветочки восковые и переливаются прям. Значит, эта орхидея у меня стоит с северной стороны. Там прохладно, там влажно, там очень долго цветут фаленопсисы. Очень нравится орхидеям на том окне, которые любят холодное содержание. Вот. Ну и променея, я смотрю, очень тоже нравится, потому что сами листья у нее тоже очень нежные. Буквально прозрачная на просвет, как будто бы папирусная бумага. Очень-очень такие впечатления, что они очень тонкие. С таким вот рисунком. Венозным. И такая она, как заячьи ушки. Раз, два. Два листика с бульбочки торчит. А ну-ка посмотрим. Да, и с этой бульбочки тоже два листика. Раз, два. Ух ты, прикольно. Зайчик. А ну-ка. Точно, ребята. Я только заметила. И вот с этой бульбочки два листика. Раз, два. И с этой бульбочки. Раз, два. Орхидеюшка, зайчик. Точно. Теперь мне эти листики будут напоминать зайчика. Ну, так смотришь, смотришь иногда и всматриваешься, и в своих растениях находишь что-то новое. Честное слово. Класс.
Вот такие дела на сегодня. Ника загорает на солнышке. У нас уже очень-очень жарко, как летом. Ника, 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 Микушонок. Короче, пристала, мне так хорошо. Конечно, я пристаю к тебе. Кому бы мне приставать? Вы для этого и существуете. Ты ко мне тоже, Мика, пристаешь. Когда я занята, а теперь я к тебе. Мик. Мик. Все, друзья, спасибо за внимание. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал.